Но она у тебя вот так вот летела. Всем привет, меня зовут Николай Алексеев, с вами снова Снасти. Здрасте, в этом выпуске проверим, может ли летать мотобуксировщик. А также у нас есть две эксклюзивные новинки. Обновленный Барбос 2021 года и Snowdog Sport. Погнали! Давай, давай! Давай, давай, давай! Поехали! Приехали мы снова в Мастер Техно потестировать мотобуксировщики. У нас есть два белых и два синих. Старый и новый Барбос 2021 года. Snowdog с двигателем Yamaha и Snowdog 2021 года с двигателем Brick Stratton. Ну а во главе, конечно же, всей этой колонны у нас наш легендарный утопленник Барбос, который все вы видели в наших выпусках. Как часы. Что, поехали? Главное двинуться. Ну вот так вот легко и непринужденно. Общий вес трех буксировщиков, четверо саней плюс я по полбака бензина, где-то полтонны тащит Барбос 15-сильным зонтшенгом. Многие подписчики прекрасно знают наш любимый неубиваемый Балтмоторс Барбос, на котором мы ездим уже на протяжении 2 лет, который мы топили, сушили, поднимали, и до сих пор он, в принципе, наш надежный друг и товарищ. С прошлого года у нас появился Snowdog от той же компании с двигателем Yamaha, это новинка была прошлого года, и мы попросили у компании Балтмоторс нам первым прислать новинки 2021 года, которых ни у кого нет. Единственные две штуки. Это Барбос с 18-сильным двигателем Zonsheng и Snowdog с двигателем Brick Stratton. Новинки 2021 года, на которые доступен сейчас только предзаказ на, соответственно, следующий зимний сезон 2021-2022. И специально для вас, короче, первых вы можете увидеть, что из себя представляют эти обновленные два мотобуксировщика. Ну и, конечно же, профессионалы из Мастер Техно в виде Ильи Третьякова нам расскажут, что же поменялось в этих мотобуксировщиках в 2021 году. Илюх, Барбос, прочитал много всяких лестных отзывов и то, что там поменялось. Типа, многие начали видеть, когда услышали этот анонс, что типа это мотобуксировщик с заявками на типа снегоход. Ну, смотри, основные изменения коснулись эргономики и проходимости. В плане проходимости это новая подвеска. Теперь она катково-склизовая. То есть почему? Склиза для зимы считается лучше. Чем катковая? Да, все нормальные снегоходы, все на склизе. Вот. Раз. Она проходимее, она лучше работает, она не так забивается снегом, ее проще выбить, когда там в ней там скопился лед. Ага. Дальше все изменения пошли уже в сторону эргономики. То есть это перенесенная фара, более выше, более удобно светит. Это дополнительные всякие ручки для переноски. Ну а показывать надо, да? То есть появилось, я видел, что... Да, самое главное, капот сделали откидывающимся. Капот откидывающийся. То есть, соответственно, все какие-то манипуляции там ремонтные можно совершать уже намного проще. Не надо там откручивать. По крайней мере, аккумулятор тот же самый снять, зарядить. На зиму, например, снять. Или... Ой, на лето, ну, снять, чтобы он не стоял. Вот, снял его и поставил в теплое место, чтобы он тебе не разряжался. Да, и до всего можно добраться. Масло там, датчики, все, что нужно, есть. Дальше что тут? Ну, и самое главное, здесь заменен силовой агрегат, двигатель. То есть, если раньше он был 420 кубов и выдавал мощность 15 лошадиных сил, то сейчас мотор стал 460 кубов и выдавать уже 18 лошадиных сил. То есть, он будет быстрее, мощнее и проходимее, типа? Ну, тяговитее точно. Так, появился дисплей, я видел. Вот такой вот интересный, с различными показателями. Счетчик моточасов, тахометр, указатель нижнего уровня масла. То есть, когда его не хватает, загорается красная кнопочка. Указатель топлива, индикатор включения фары. Ну и в нашем еще дополнительно бонусом, короче, есть такой вот ящик, который вы видели, могли видеть в предыдущем выпуске. Это специально под вибас, он уже закрепленный, и сюда, в принципе, готовый такой вот ящик. Либо, если вибас не использует, то можно заказать такой ящик и туда складывать какие-то там вещи, чтобы их не заметало снегом. На ручке что у нас появилось? Насколько я знаю, тут снова в этом году вернули чеку безопасности. Появился подогрев обоих ручек. Управление дроссельной заслонкой на руле и, соответственно, запуск двигателя тоже с ручки. Что, кстати, раньше стояло только на топовых премиальных сноудогах. Ну и вывели сюда, они опять, по-моему, прошлой версии не было, от прикуривателя. Можно, в принципе, телефон заряжать, сюда воткнуть, ну или какой-то другой гаджет, там, не знаю,
Ну и смотри, руль стал шире, это позволило, значит, увеличить багажное отделение. Теперь, значит, можно более широкий куфр ставить. Да, ящики там или канистры какие-то с бензином. Ну и единственный, конечно, минус, что цена увеличилась практически до 119 тысяч рублей в розницу. Вот такой вот офигенный агрегат, который надо проверить срочно. Ну и рядом у нас стоит самый, наверное, топовый мотобуксировщик в линейке мотобуксировщиков Bald Motors. Это Snowdog B420 Sport с двигателем Brickstratten. Что тут такого интересного, Люх, рассказывай. Ну это прямо самый топовый буксировщик. Здесь есть реверс-редуктор. Здесь также сейчас добавили задний ход, да, подогрев ручек, штатную комплектацию. Вот какие-то штуки закрывающие. Вот такие вот штуки сделали, чтобы не повредить руки. От веток, палок, да, каких-то? Палок, да. Защитил. Защита работает, да? Заработает, да. Ну и, в принципе, может даже от ветра немножко защищает. Подвеска склизокатковая, кофр в комплекте. Здесь у нас лежат съемочное какое-то оборудование, запчасти, инструменты на всякий случай, перчатки, теплые какие-то вещи. Ну и двигатель. Самое дорогое здесь двигатель, как мы выяснили по прайсу, двигатель стоит 1,60, практически 5000 рублей. Розничная цена такого мотобуксировщика порядка 160 тысяч рублей. Но это получается уже по цене практически снегохода китайского. Ну, с другой стороны, реверс-редуктор просто в Ройсе стоит 20 тысяч рублей. То есть уже 80. То есть собак получается 80. Это то есть двигатель и редуктор стоит 80 тысяч рублей. Да. То есть, а все остальное уже, соответственно... А все остальное дешевле барбоса. Да, уже примерно обосновано. Ну, логично, ладно. Ну все, Илюх, поехали кататься. Уже хочется проверить их реально в деле. Погнали. Можно с уверенностью сказать, что он реально стал, ну, мощнее. Прям чувствуешь, что он прям рвет из-под тебя. Приятно едет и реально приятно рулится. Ну, сейчас проверим, кто быстрее на короткой дистанции. Старый барбос или новый. Поехали. Готов? Готов. Один. Два. Три. Мешание против колени. Один, два, три. Итого, субъективно показалось, что 18-сильный барбос с места стартует быстрее, а на длинной дистанции 15-сильный чипованный наш утопленник все-таки его догоняет и даже обгоняет. Кстати, чиповали и снимали ограничитель скорости, раздушивали так называемый мотор у Ильи в Мастертехно. Если кому-то нужно, постоянно мне в личку задают вопросы, надо кому-то побыстрее, чтобы ехал ваш мотобуксировщик, обращайтесь к этому человеку, он вам что-нибудь на кулибине там. Но если вы расщепуете двигатель, гарантия на эту собаку у вас, конечно же, аннулируется. Ну и, короче, у нас тут родилась такая грандиознейшая идея. У Ильи в сервисе нашли вот такие крановые весы, с помощью которых мы сможем заверить тяговые усилия мотобуксировщика барбоса 18-сильного на фаркопе. И, соответственно, мы прицепили практически в жесткую связку Nissan Тирана общим весом порядка 1,5 тонны и прицеп где-то 500 килограмм. То есть получается груз на хвосте мотобуксировщика 2 тонны плюс пассажир. То есть, соответственно, мы сейчас посмотрим тяговые усилия и сможет ли вообще барбос сдвинуть хотя бы с места вот эту махину. Смотрите, специально, чтобы все честно, четко было, мы поставили машину на нейтралку, заглушили. Илья будет контролировать. Вот так вот откроем дверь. Он будет здесь контролировать, чтобы вдруг, если поедет, ничего ни на кого не наехало, и нажать на тормоз. А я попробую сдвинуть с места, соответственно, эту всю конструкцию. И тяговые весы с помощью GoPro-шки нам покажут, какое максимальное тяговое усилие она сможет дать. Илья говорит, что порядка 50 килограммов считается, это круто для собаки. 50 это норм. Это на снегу. Ты говорил 35 вообще перед этим. 35? Да, 35 было. 35 сказал один инженер. А, ну 35 один сказал инженер, но у Мастертехно нормальное тяговое усилие 50. 50 это норма. Короче, поехали, давай пробовать. Илюша, на страже. Я нажму. Давай, я включаю GoPro-шку. Ты готов?
70, 80, 85, 92, 105, 112, вот было максимальное. 119. Все, присесть. Сейчас попробуем подгрузить собаку, чтобы площадь опоры давления была больше. Давай, давай. Поехал! Не надо тормоз-то было нажимать. Подожди. Я поехал. Илюха, давай спасай! Вы видели, что может мотобуксировщик 2 тонны за собой тащить? Ну и поставили более научный тест, поставили Nissan Тирана на ручник. И у нас получилось, что Барбос у нас дал тяговые усилия порядка 110 килограммов, ну максимальное. Далее пригрузили вперед немножко Илюши, порядка 100 килограммов, да. И максималку он выдал 147 килограммов. Ну а дальше, соответственно, даешь газу больше, начинается пробуксовка и резко тяга падает там до 50 килограммов. То есть это как езда на автомобиле. Если вы застряли, бессмысленно просто нажимать тапку в пол, вы начинаете буксовать и зарываться больше. То же самое с буксировщиком. Но 150 килограммов, мне кажется, это круто. Отличный результат. Но опять же, надо учитывать, что здесь практически идеальные условия, то есть примятый снег. Снежок, да. И по нему, ну, не совсем идеально, на асфальте еще будет больше, наверное. Конечно. Сильно не гони! Да, Тирана догнал Мишаню. И такое возможно. Только с Настей, здрасте. Теперь двигаемся обратно на Тирана. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну что, пацанярики, прокатимся? Что-то Брикс не едет нифига, да? А ты на максималочке? Да. Это Брикс самый медленный. Что, потихонечку, чтобы тебя не вывалить? Как несу, пол собаки туда валится, то влево, то вправо.
с самого начала, как появились вообще собаки, всегда хотелось проверить, а могут ли они летать. Вроде бессмысленное занятие, но так очень хотелось просто проверить, возможно ли это. Не знаю, для чего, как это полезно будет, но что мы из этого можем полезного извлечь и показать зрителям? Да абсолютнейше ничего. Слушай, такой эффектных кадров. Бесполезный разговор какой-то получился. Чувство отрыва от земли и какого-то полета на несколько секунд было. Главное, зубами сюда, в эту ручку, не впереться. Так это еще я ехал на 70% всего лишь от мощности. Сейчас попробуем на максималке разогнаться. Ну страшно, руки трясутся немножко. Страшно делать то, что никогда не делал. Оказывается, можно летать. Ну нет, покажи. Ты в этом самом, в облаке просто. По-моему, это был самый высокий полет. Ну, она у тебя вот так вот летела. Вот так вот. Да. Ну, слушай, ну, ощущение, я так скажу, сначала страшно. Потом ты понимаешь, что ты это сделал. Но, в принципе, короче, мы же всегда все проверяем. То есть, кто-то сказал, что, а можно ли? А мы говорим, давай проверим. И в этом нам помог, конечно же, Илья, мастер техно, подготовил буксировщики вместе с своим сервисным центром, за что выражаем ему благодарность. Мы сегодня летали во сне. Ну что, дадим просраться нашему никак не утонущему барбосу. Он явно быстрее разгоняется и быстрее скорость была. Сейчас просто был отрыв, мне кажется, башки. Ну я отлетела башка отсюда. Это был самый эпичный прыжок, мне кажется, за сегодня. Но вот субъективно показалось за счет, не знаю чего, может быть, увеличенного руля, чуть повыше он по наклону стоит, чем у старого барбоса. Мне показалось, чуть-чуть новый барбос рулится лучше. Он чувствуется чуть-чуть помощнее, но чипованный барбос, блин, быстрее набирает скорость и разгоняется быстрее. И взлетает он чуть-чуть выше, чем этот барбос. Так что ждите скоро снасти здрасте, чипование и снятие ограничителей в барбосе 18-сильном. И снег такой за кадре. Способ, как заезжать на мотобуксировщике в прицеп. Профессионал. Мишаня профессионал. Вот так вот, поняли, да? Как работают профессионалы.